кто бы сомневался-то. Все громкие заявления герцогов сассекских о том, что они уходят из королевской семьи, чтобы вести уединенный и приватный образ жизни вдали от СМИ и вспышек фотокамер, давно уже разбиты в пух и прах даже не представителями прессы, а реальности. Согласитесь, люди, которые мечтают о спокойной жизни вдали от шума в СМИ, ведут себя несколько иначе. Королевский эксперт Эмили Эндрюс считает, что Меган намерена быть творцом перемен и не будет довольно комфортной жизнью в Калифорнии вдали от всеобщего внимания, она желает быть разрушительницей. После ухода из королевской семьи Гарри и Меган подписали несколько выгодных сделок и теперь, как говорит госпожа Эндрюс, все больше склоняются к образу жизни голливудских знаменитостей, потому что Меган желает стать суперзвездой. Выступая в документальном фильме «Меган в 40. Восхождение к власти», королевский комментатор Эмили Эндрюс сказала: «Меган не хочет быть просто миссис Маунтбеттен Виндзор, выращивающей цыплят и собственные органические овощи. Она хочет быть суперзвездой, она хочет быть источником перемен, она хочет разрушить мир». Рассказчик документального фильма Паула Бекон также добавила: «В возрасте 40 лет Меган, похоже, достигла многих своих целей. Популярность в мировом масштабе, престижный брак, двое детей и уютный дом. Но будет ли ей этого достаточно? Разумеется, не будет. Потому что нынешняя популярность Меган дешевая и скандальная. Карьера закончилась на роли второго плана во второсортном сериале для канадского кабельного телевидения «Форс-мажора». Муж хоть и покорный, но весьма спорный. То и дело говорит о том, что у него с головушкой беда, психологические проблемы, которые тянутся с самого детства. Дети, которых мир толком не видел и о которых ходит огромное количество сплетен. От того, что они не существуют, через суррогатную мать, да нездоровье потому и прячут сассексы детей. Многомиллионные сделки тоже под сомнением. Ради таких сделок люди работают, они уходят в декретный отпуск на 5 месяцев. Удачно Меган подходит к своему 40-летию. С большим багажом, карьера актрисы до листа, замужество за запасным наследником с проблемами, дети, которые то ли есть, то ли их нет, скандал с БКС, провалившаяся детская книга и мультсериал, которому тоже предрекают провал. Суперзвезда. А вы что думаете по этому поводу? Обсудим в комментариях.